Пасмурным сегодняшнее утро было даже для воспитанников детского сада с лучезарным названием. В Солнышке отменили утренние прогулки из-за дождя. Потому появившиеся здесь этим летом камеры видеонаблюдения снимали лишь пустые беседки, которые, в свою очередь, в новом наряде покорно ждали своих посетителей. Все преображения в этом дошкольном учреждении помогли реализовать два местных предприятия – «Луком-А» и «Лангепаска-Покачевское управление ремонта скважин». Была бригада на территории, работала в июле месяце полностью. Поправили профлист, который у нас был погнутый, заменили в некоторых местах, где отходил, все это отремонтировали. Также было составлено у нас по плану опалубка здания. Очень разрушила со временем от воды, от водостоков, что у нас вода очень сильно разбивала данную опалубку. В этом году по всей территории самого учреждения полностью приведена была в порядок. В центре развития ребенка в Покачах детей каждое утро у входных ворот теперь встречает вот такая арка. Ее появление – задумка работников учреждения. За реализацию взялись в Лангепаска-Покачевском НПО-сервис. Новинка уже успела проявить себя в деле. 13 июля в честь официального дня рождения города на ней разместили рисунки воспитанников. Это как вход в детский мир, так скажем. И для цветов, соответственно, а зимой нам пригодится. Мы ее украсим и к Новому году. Без изменений не обошлось и в детском саду «Рябинушка». Парковка для велосипедов, обновленные игровые комплексы, несчитанное количество клумб с цветами и композиции из детских сказок. Созданием всей этой атрибутики для учреждения помог сервисный центр «Лангепаска-Покачевская Энергонефть». Об улучшении системы видеонаблюдения в садике позаботилась организация «Югробезопасность». В связи с юбилеем города нам они подарили 4 внутренние видеокамеры. Так как, сами понимаете, безопасность детей прежде всего. Но самое главное, ну сами видите, как красиво все зелено. Когда идешь, выходишь домой, это самое главное, когда дети своим родителям говорят: «Мама, смотри, как у нас красиво, у нас сделали то, у нас сделали все». И идешь домой уже счастливый, с улыбкой и довольный, что твою работу оценивают самые наши важные критики. Это наши воспитанники нашего дошкольного учреждения. На этом преображения в дошкольных учреждениях не заканчиваются. У сотрудников садов уже есть идеи на следующий год. Юные покачевцы живут в городе счастливого детства. И здесь делают все, чтобы этот нежный возраст был действительно счастливым.